день. У нас здесь есть замечательный дом. Я сейчас сделаю небольшой репортаж. Сниму его снаружи, потом покажем внутри. В доме живут, если мне память не изменяет, 4 года. Вот так он выглядит. Дом большой, метров 400. Вот мы попробуем пройти и вам его показать. Будем показывать достаточно близко все, чтобы можно было разглядеть. Вот он отстоял зиму. У нас сегодня идет такой специализированный визит с целью посмотреть, что-то может подтянуть, что-то нет. Мне тут очень интересно, как работает термодоска. Здесь она была сделана. Она была черной на самом деле. Вот со временем она стала такой более коричневой. Кстати, выглядит достаточно респектабельно и лучше. Ну, так пройдем. Это вход, лестница, задняя часть дома. Вот, мы так покрутим. Это вход в котельную дома. Давайте подойдем поближе, посмотрим, как ведут себя зауголки. Ну, видите, смола немножко выходит на солнечной стороне, а так, в общем-то, и подбой кровли. Вот все говорят наличники. Ну, давайте прям сблизи посмотрим, как ведут себя наличники. Есть ли трещины там дому, ну, наверное, 4 года. Зазоры, вот видите, вот так вот я поднимаю вверх. То есть есть они, нет между венцами. Ничего не скрывая, покажем весь дом. Потолок. Кухня. Это кабинет. Туалет. Как здесь с плиточкой у нас? Вот где стоит стакан из кирпича, плитка. Ничего с ней не происходит. А здесь котельная. Котел, два бака. Вот так вот выглядит труба. Рядом с домом была построена баня. Здесь есть одна проблема. Мы, собственно, приехали эту проблему этой бани посмотреть и устранить. Здесь интересно сделано решение. Здесь вход в баню находится с улицы. Вот здесь такой дровничок импровизированный, который, ну, понятно для чего. Все-таки это баня. Ну, сегодня, к сожалению, не самый яркий день. Ну, какой есть у погоды. Нет, у природы нет плохой погоды, как говорится.
Идем, собственно, к бане. Видите, такая бочка есть. Вот такая бочка, она, видимо, открывается. Видите, внутри. Наверное, здесь греется вода. Соответственно, залазишь и сидишь. Делаем такая терраса. Тоже, видите, вот сблизи все показываю, чтобы было понятно. Качество. Качество в деталях. Заходим в сауну. Ой, как здесь круто. Здесь свет, есть такая кухня. Потолки. Заодно посмотрим все нюансы. Вот, кстати, с чего все начиналось. Видите, у людей стоит макет. И людям нравится. Вот мы входим в зону. Здесь как раз, видите, вот каркасная стена. Вот, видно, да? Стена. А там деревянная. Внутри сделан санузел. То есть вот это вот санузел. Давайте посмотрим плитку. Видите? Торца всегда трескается. Видите? Ничего нет. Потому что стакан из кирпича сделан, а потолок является. Надо подтянуть. Видите, там подсохло. Слегка вагоночка, мы ее подтянем. Вот, а так в углах ничего не звучит. По-моему, неплохо. Вот она. Кирпичная штукатуренная стена. Ну и входим, конечно, в сауну. Сама парная. Видите, наверху сделано пространство. Это надо обязательно делать для того, чтобы пар выходил. Не проходил в кровлю, там как раз веники лежат, сушатся. Не приходил в кровлю, и при этом не было бы ощущения того, что в кровле образуется большое количество конденсата. Сейчас мы попытаемся включить еще свет здесь. О, так будет лучше. Здесь тоже стоит бочка. Купили мы, делать не стали, и поставили бочку. Вот она такая проточная бочка, здесь садишься. Вот здесь стоит душевая кабина. Вот это вот непосредственно это сама коробка сауны. Ну, внутри какой запах, тут как будто недавно парились. Получилась вот такая каменка. Топится она из этого помещения. Здесь есть массажный стол, есть большие окна. Тоже давайте посмотрим на дерево. Оно покрыто воском. Видите, такая покрыта воском. Тоже вот посмотрим все стыки, потолки. Все достаточно. Вот такую панорамку. Делаем панорамку. Вот я уже говорил, здесь вход идет с улицы. Я считаю, удобное решение, никто никому не мешает. Поднялся спокойно и, собственно говоря, вот здесь комната, да? Ну, честно говоря, я бы и сам в такой жил. Здесь есть туалет. Подробности не будет. Есть спальная зона. Есть небольшая кухня.